У приморских СМИ распространяется информация о том, что Япония собирается сбросить в океан радиоактивную воду с Фукусимы. Повод – заявление министра по защите окружающей среды Японии Исиаки Харада о том, что часть радиоактивной воды с АЭС Фукусима, возможно, придется сбросить в океан. Как сообщает интернет-портал Порто-Франко, компания Терса, управляющая этой АЭС, собрала уже около 1 миллиона тонн воды, использовавшейся для охлаждения ядерного реактора после того, как станция пострадала от землетрясений и цунами в 2011 году. Однако, по словам министра, к 2022 году у компании закончатся места для резервуаров, использующихся для хранения воды. В настоящее время радиоактивная вода хранится примерно в 1000 специальных резервуаров, находящихся неподалеку от АЭС. Господин Харада заявил, что вопрос является настолько серьезным, что будет вынесен на обсуждение всего правительства страны. Заявление сразу вызвало международный резонанс. В свою очередь, генеральный секретарь Кабинета министров Японии на пресс-конференции заявил, что вариант господина Харады по сбросу радиоактивной воды в океан является исключительно его личным мнением. Сообщается, что в настоящее время правительство ждет доклада экспертов о ситуации и по его итогам примет финальное решение. Напомним, авария на АЭС Фукусима-1 случилась после произошедшего в Японии 11 марта 2011 года землетрясения и последовавшего за ним цунами. В результате стихийных бедствий погибли около 16 тысяч человек. В 2016 году Кинро-центр во Владивостоке предоставил данные многолетних исследований радиационной обстановки в Дальневосточном бассейне. Они позволяют сделать вывод о том, что авария на Фукусиме-1 не оказала отрицательного влияния на радиационный фон в российских рыбопромысловых зонах. При этом приморцы помнят, что радиоактивные машины из Японии неоднократно задерживались в портах региона.